Собираюсь на день рождения и привожу себя в порядок. Я недавно открыла для себя косметику Мидми. Считаю своим долгом поделиться. Так как у меня розация, я очень избирательно подхожу к выбору косметики. Долгое время пользовалась лечебной косметикой, но со сменой сезонов мне ее не хватает. Когда попробовала косметику Мидми, то с моей капризной кожей я не рассчитывала даже на половину моего восторга. Эта косметика идеально подошла для моей чувствительной, реагирующей самыми разными проявлениями кожи. Но восторг начался с упаковки. Упаковка линейки с экстрактом шалфея сделана из 100% биоразлагаемого сахарного тростника. Я решила, что можно использовать коробочки для хранения разных мелочей. Есть еще у Мидми линейка с гибискусом. Там упаковка в виде лотоса. Наверное, тоже прекрасно. У меня три средства. Тонер, сыворотка и гель для проблемной кожи лица. Сначала после умывания использую тонер. Похлопывающими такими движениями вбиваю в лицо, чтобы не раздражать кожу лишний раз ватным диском. А вообще у этих средств разные варианты использования. И тонер, и гель можно наносить и как маску. Вот, к примеру, просто таким толстым слоем. А тонер можно, например, смочить ватные диски или там салфеточку какую-то такую для многоразового использования, которая не будет разрываться, и наложить на лицо вот как такую тканевую маску. Можно использовать тонер также как соссредство на воспалениях, то есть если у вас что-то выскочило, вы можете нанести на ватный диск и локально оставить на несколько минут. Затем я наношу сыворотку и потом уже гель. Сыворотка мне тоже очень понравилась. Нет ощущения какой-то липкости, нет ощущения, что кожа не дышит. Очень комфортно. Вся эта линейка охлаждает кожу на 2 градуса. Это ощущается сразу же. Но тоже очень приятно, потому что у меня как-то был крем, тоже с эффектом охлаждения. У меня начинало дико потеть лицо. Здесь этого нет. Это просто безумно комфортно. Гель для лица реально успокаивающий. Здесь 70% экстракта шалфея и вита-капсулы с витаминами В, С, Д, Е. При соприкосновении с кожей капсула растворяется, освобождая витамины. Продукты этой линейки прошли клинические испытания, и их эффективность доказана. Я редко могу сказать о какой-то косметике, что это вау, тем более, что мне практически ничего не подходит, но тут говорю вау. Мидми — это не просто косметика, это реально забота о вашей коже. С комбинацией этих средств у меня нет жирного блеска, нет сухости, которая обычно появляется с какими-то балансирующими средствами. Вот так что я советую. Ссылку оставлю в описании и оставлю также на вторую линейку с гибискусом. Она такая омолаживающая. Сейчас, когда монтировала видео, поняла, что не поздоровалась с вами в самом начале, поэтому приветствую вас на канале. И сегодня, как я и сказала, нас пригласили на день рождения, но день рождения вечером, и в целом целый день свободный. Я с самого утра привела себя в порядок и решила, что у меня есть свободное время, я уже накрашена и хочу заняться домашними делами, но не делать при этом марш-бросков, а заняться какими-то приятными домашними делами. Я давно уже хотела украсить свой дом к осени, но сначала занимаюсь сменой постельного белья, уже пора, и часто я это делаю на выходных, чтобы начать неделю с таким чистым комплектом постельного белья. Это очень как-то приятно и важно. Ну, в общем, я для себя решила, что мне так как-то удобнее, комфортнее всего, и перед тем, как там дети идут в школу, я меняю комплекты постельного белья. Хочется осени, и несмотря на то, что этот комплект достаточно осенний по цветовой гамме, он мне немножко уже визуально надоел, потому что я часто стираю, сушу в сушильной машине и сразу застилаю его обратно. Кстати, рекомендовала вам этот комплект постельного белья, мне его присылали на обзор, он действительно очень классный по качеству. Я бы выбрала еще и в других оттенках, потому что спать на нем невероятно приятно. Это постельное белье, если не ошибаюсь, бренда Веренсон. Thank you.
Но сейчас я выбираю старый комплект постельного белья, если будете спрашивать, это еще IKEA. Причем я покупала два комплекта, у нас два одеяла, и, соответственно, два комплекта, там же они без простыни продавались. И вот два пододеяльника и, соответственно, наволочки. А простыня у меня трикотажная, и тоже уже очень много лет. Не помню бренд, это удобно. Ну, в целом они подходят друг к другу по цветовой гамме, и на трикотажных простынях очень комфортно спать. Единственное, что сложно найти трикотажную простыню плотную. Они чаще всего, когда ты начинаешь их натягивать, ну, выглядят как какая-то прям тряпочка, а вот это плотная. Да, вы тут как тут. Попросила мужа принести. Ну да, я такие собаки, да. Я если опускаюсь вот так на корточки, все, это все животные тут как тут. Ну там и киса наша тут как тут. Все. Можно я запишу? Попросила мужа принести коробку с осенним декором. Как справедливо заметила моя мама, осень уже заканчивается, но у нас такая аномальная жара. У нас до вчерашнего дня было 27-28 градусов, знаете, как-то не особо хотелось. Не то, чтобы я буду делать какой-то сумасшедший декор, но очень мне хочется поменять венок на входную дверь на осенний. У меня такой весенний-летний висит. У меня есть вот такие вот грибочки. Я не знаю, что это за материал. Мягкие тыковки, вот такие, как подушки. Нужно их протереть влажной тряпочкой. Это тыквы-статуэтки, очень красивые. По-моему, на Озоне я их заказывала. Ну, не буду много чего наставлять, собственно говоря. Вот это все. И еще у меня есть желудь. Он, наверное, отправится на кухню. Сложу туда конфетки. Вот такой вот красивый, модного вообще в этом сезоне цвета, бордового. Он из Кюхенленд в своей родной коробке. Как раз, когда буду менять декор на новогодний, это все и уберу. Еще вчера заехала в цветочный магазин и купила маме на подарок тыкву розовую. А себе взяла вот такую. Это ручная работа, мягкая тыковка с листиками. Здесь видите, две такие маленькие тыковки. Ну, по-моему, классная. Мне кажется, что хорошо будет сочетаться именно с моим интерьером. Такой серо-синий цвет.
Перед тем, как выставлять какой-то декор, я решила протереть пыль, но не во всем доме, не во всей квартире, а именно в тех местах, где я буду выставлять декор. Вообще, в целом, пыль протирала сравнительно недавно. Я делаю это где-то, наверное, в среднем раз в неделю. Вот так во всем доме. Но где-то в тех местах, где чаще всего скапливается пыль, ну, я это делаю чаще. Например, вот этот комод, он постоянно на него что-то кладут, ну, и я, соответственно, также протираю. Естественно, раковины ежедневной уборки требуют. И вот относительно пола, когда я его пылесошу и мою пол, я чаще всего, то есть день через день я пылесошу и мою пол в тех комнатах, где все члены семьи находятся чаще всего. Это кухня, прихожая и тот санузел, где я стираю. Больше всего людей там находится, и вот пол пачкается очень часто, и животные там находятся чаще всего. Когда мы уходим из дома, они находятся в прихожей. Но также дважды в неделю пылесошу и мою пол во всей квартире, иначе шерсть и пыль, ну, разлетаются из одной комнаты в другую. И тогда, в принципе, мне этого хватает. Я не фанат уборки, и убирать ради того, чтобы убирать, у меня такого желания нет и никогда не было. Но хочется ходить по чистому полу, когда он грязный, меня это раздражает. Я для себя нашла примерно такой график, и в принципе мне нравится. Также добавляю жидкость в аромадиффузор. У меня стояла еще давно баночка. В диффузоре закончилась жидкость. Я очень люблю, чтобы по всему дому был приятный аромат. И я добавляю аромат, знаете, такой сладкий, с какой-то с ароматом корицы, то есть уже согревающий. Посоветуйте мне классные аромадиффузоры. Мне вот очень нравятся ароманцы, они стоят относительно недорого и при этом очень долго не выветриваются. Но у них, вот раньше во всяком случае, были шарики, и у меня до сих пор, вот уже год, наверное, даже больше аромату, и он до сих пор не выветрился. То есть аромат начинает распространяться только в тот момент, когда ты перевернул палочки. А каори у меня выветриваются просто невероятно быстро, буквально за там месяц-полтора, наверное, за счет широкого горлышка бутылки. Есть, конечно, ароматы за какие-то баснословные деньги, но я тоже не понимаю, это для меня все-таки расходник, и когда аромадиффузор стоит там 6 тысяч рублей, это что-то вообще за грани, даже 3, очень дорого. Так, теперь я пришла в гостиную, и здесь хочу расставить тыквочки. И, в принципе, на этом все. Как бы такие мелочи, которые обращают на себя внимание, но в то же время не перегружают дом. И потом нет вот этой усталости от того, чтобы это все убирать. Но на Новый год, конечно, я с удовольствием украшаю дом достаточно сильно, активно, мне это нравится. И я это делаю долго, практически весь ноябрь, и там половину ноября, половину декабря. Там поставлю елочку, там в детской поставлю елочку. И обожаю этот процесс. Он, наверное, дает вот эту энергию, которую забирает осенне-зимний сезон. То есть при недостатке света, при коротком дне, когда день становится коротким, вот эти огоньки, блестящие, сияющие игрушки, они дают ощущение радости, волшебства. Я очень люблю. Убирать потом это все, конечно, не хочется. Ну, я беру себя в руки, убираю, зато ты достаточно продолжительный период времени этим всем насладился. Я не из тех, кто наряжает дом там, 30 декабря. Мне хочется, чтобы все это подольше радовало, и глаз радовался огонькам, включаю елку. Вот такой результат у меня получился, я довольна, с удовольствием прихожу сюда попить кофе, что-то помонтировать именно в гостиной. У нас так пасмурно, и я решила сесть с вами немножечко поболтать, давно этого не делала, и заодно поделиться кое-какими переменами в моей жизни, уже делилась в Telegram. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, вот тут вот скрин, я оставлю вот здесь также QR-код, переходите, ссылка всегда внизу в инфобоксе. И также, кстати, внизу в инфобоксе ссылка на мое ВК-видео, сообщество, ВК-сообщество, на Дзен, на ВК. Видео дублируется на Дзене,
тоже практически всегда видео дублируется. Там еще я выкладываю рецепты, те, которые видео показываю, не только с пропорциями, очень удобно искать. В общем, подписывайтесь, я буду везде рада вас видеть. В Телеграме я уже делилась с вами, что снова пошла учиться, и я хочу как раз рассказать об этом и заодно ответить на вопросы, которые задавали девчонки как раз по этому поводу. Я решила не отвечать в Телеграме, а более развернуто рассказать в видео. Итак, я пошла получать дополнительное образование, потому что решила, что ведения блога мне недостаточно. В какой-то момент я почувствовала, что мне этого не хватает, мне нужно что-то больше, и я бы хотела реализоваться в чем-то еще. Вообще, по профессии, по специальности я юрист, и по специальности я работала, но я никогда не чувствовала себя в этом очень комфортно, очень хорошо, и никогда не чувствовала, что это прям мое. А потом в моей жизни появился блог после декрета, и в какой-то момент я чувствовала, что это совершенно прекрасно, это то, что приносит мне вдохновение, силы. Потом это стало приносить заработок. И я очень люблю свой блог, я не планирую его закрывать, но я в данный момент времени, когда мои дети достаточно взрослые, я не чувствую, что я могу делиться именно теми. Ну, как бы я не нахожусь в этом, не нахожусь в молодом материнстве. Это определенное состояние, в котором каждая из нас нужна поддержка. И когда мой блог заводился, это как раз было это состояние, и мой блог был направлен на поддержку тех мам в большей степени. Конечно, у меня разная аудитория, но вот в моем представлении это была поддержка мамам, которые в данный момент являются домохозяйками. И как бы прекрасно это ни было, часто это приводит к переживаниям. В общем, как выжить в декрете и как найти вдохновение и что-то классное, когда ты находишься дома и при этом не меняешь картинку перед глазами. Ты привязан к ребенку, привязан к дому. И вот сейчас я в этом нахожусь в меньшей степени, хотя я не готова выходить на 5-дневную работу. Мне хочется также оставить время для семьи, для детей, хотя, в принципе, ну, при желании можно. Но вот у меня в данный момент такого желания нет. И я реально думала достаточно долгое время, пока во мне внутри что-то не ёкнуло и не сказала мне, вот, знаете, абсолютно бессознательно, куда идти. И я сейчас получаю образование по специальности глубинная психология и психоанализ. Это основная, такая базовая, скажем так, базовое направление в психологии. В моем личном восприятии основное и главное. Я, конечно, буду постоянно повышать свою квалификацию, но вот посмотрим, как пойдет дальше. Я буду, наверное, делиться с вами какими-то, может быть, своими наблюдениями. Мне сейчас безумно интересно. В общем, я снова студент, и мне это нравится. Я попала, опять же, совершенно случайно. Огромное количество людей с нашего потока шли на преподавателя. Я действительно попала к звезде психоанализа, к легенде, а я этого не знала. То есть это произошло действительно как-то по стечению обстоятельств, путем какого-то бессознательного выбора. Итак, отвечу на вопросы. Олечка, я тоже юрист. Как вам пришло осознание того, что хотите пойти учиться на психолога? Сколько будет длиться учеба, очная или заочная? Ну, наверное, как пришло осознание, я в общем и целом сказала, но это было по-настоящему озарение. Дело в том, это я уже потом проанализировала, я чувствую потребность быть полезной людям, приносить им какую-то пользу и на, вот знаете, на психологическом уровне. И когда я завела блог, я чувствовала, что я очень сильно поддерживаю и помогаю тем, ну, молодым мамам, женщинам обрести себя и обрести какое-то душевное равновесие, глядя на абсолютно, как бы, да, обычные простые вещи другими глазами. То есть как вот найти спокойствие, умиротворение, мне этот мир абсолютно понятен. Ну, в общем, как обнаружить радость в абсолютно обыденных вещах. Но
как и сказала, в какой-то момент я почувствовала, по какой-то причине, не знаю по какой точно, я почувствовала, что как будто бы в данный момент я приношу недостаточно пользы, и, соответственно, я не получаю вот этого, знаете, обмена энергии. И я вспомнила уже потом, когда подала документы, что я на самом деле лет 15 планировала поступить на психологический факультет. Ну, я не поступила в мед, вернее, за меня выбор сделали родители, папа. И настоял на том, чтобы я поступила на юрфак. Да и тогда психология была вот совсем не распространена. Наверное, только очень прозорливый человек мог бы предположить, что все-таки эта сфера займет определенную полезную нишу в нашей стране, в нашем обществе. И сейчас она только, наверное, на этапе становления. Сколько будет длиться обучение? Обучение занимает год. Именно по вот этому направлению обучение занимает год. И оно не заочное, оно очное. Но занятия проходят в то время, когда люди не на работе. То есть обычно выходные, с утра до вечера у меня лекции и практические занятия. А почему стало выходить так мало роликов? Сейчас с учебой про нас, зрителей, совсем забудешь. Нет, я совсем о вас не забываю. Но я стараюсь выпускать ролики так, чтобы они были интересны, и в то же время не выжимая из себя каждый ролик, потому что, можно так делать, почему бы нет? Но мне этого не хочется, мне хочется, чтобы все было по любви. Я сейчас больше занята, чем свободна. Наверное, еще большим толчком к тому, чтобы все-таки решиться, поспособствовало то, что я заявила о своем желании подругам, мужу, маме, папе, родственникам. И все в один голос сказали: у тебя получится, и мы видим в тебе это. Мне было настолько приятно, это, наверное, та небольшая капелька, которой мне не хватало для того, чтобы решиться. В общем, надеюсь, что получится, потому что я в этом чувствую себя совершенно здорово. Я чувствую себя немного Гермионой Грейнджер, которая сидит вечно с поднятой рукой, уточняет, задает уточняющие вопросы, пытается докопаться. И мне, в общем, очень нравится. Так что вот так, канал забрасывать не буду. Канал остается, я очень люблю своих зрителей. И у меня нет плана канал бросать. Просто он, наверное, невольно трансформируется вместе со мной. Еще также более редкий выпуск видео, честно говоря, связан с технической стороной. Невозможно, я гружу видео на YouTube иногда по 4,5 часа, иногда по 5 часов. Иногда не факт, что они загрузятся. Все это время я сижу перед компьютером и, по сути, не могу ничего сделать. Я занимаюсь абсолютно бесполезной ерундой, это меня раздражает. То есть я сижу и балансирую, а не пропадет ли сейчас вот эта связь, то VPN отключится, то еще что-то. Честно говоря, очень неприятная история. И мне писали как-то в комментариях: переходите на ВК, я там есть, но аудитория туда не перешла, то есть только 10%. Это очень мало. Когда перейдет аудитория, в принципе, мне гораздо проще там публиковать ролики на том же ВК и все, и не грузить их на YouTube. Вот такая история. И еще также моменты часто связаны с рекламой. Все-таки выпуск ролика часто подстраивает под рекламодателя. Иногда просто нет заявок или какие-то сбои в плане переноса времени. Конечно, мне тоже хочется получать оплату за какой-то свой труд. Вроде все, рассказала, на все ответила.